А, похоже на военное оборудование. Странно. Человек-паук, ты нашел одну из моих наблюдательных точек. Кто это? Неправильный вопрос. Правильный звучит так. Сможешь ли ты разрядить мои бомбы? Он расставил по всему городу наблюдательные пункты. Этот компьютер отслеживает бомбы во всем районе, и они вот-вот взорвутся. Нужно спешить. У меня мало времени. Громко, но безвредно. Еще одна, быстрее! Идеал был близко. Для тебя это какая-то игра, псих! Игра для детей, а я профессионал. И платят мне соответственно. Твой клиент выбросил деньги на ветер. Иногда информация дороже денег, а я многое узнал, наблюдая за тобой. Знаешь, что мне нравится в тебе? Ты постоянно совершенствуешься. Спасибо, мой жуткий преследователь. Можешь звать меня бригадиром. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то? Я так и понял. Группа наемников совершает преступления по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, не твои наемники? Нет. Я знаю только, что им отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Я тебя знаю. В Хэллоуин ты был на крыльце моего соседа. Меня зовут Бригадир, и тебя вот-вот примут в школу. У меня вот рефлективная память. Я могу повторить все твои приемы, которые вижу. Я давал тебе так. Вот каково это! Я не хуже мстителей, а ты будь твое место. Самое то для вечеринок. Так я и думал. Как ты все это блокируешь? Я же сказал, я знаю все, что ты собираешься делать. И когда ты поймешь, что это не работает? Все отлично работает. Каждый раз я осваиваю все больше твоих приемов. Нужно найти слабое место. Еще чуть-чуть и все. Когда я так делаю, люди уже не встают. Дымовые шашки? У меня же аллергия. Подражатель всегда уступает оригиналу. Тебе бы в Вегасе выступать. У тебя есть
есть еще трюки в рукаве, да? Мне понадобится больше данных, прежде чем я смогу выполнить контракт. А у меня есть все нужные данные. Я задал тебе жару, ты убежал, вывод, ты проиграл. Еще нет. В городе тебя ждут другие испытания. Когда я увижу, на что ты способен, мы поговорим о втором раунде. Я так стараюсь всем понравиться. Почему они всегда лезут в драку? Настоящий шедевр. Раз ты знаешь мои приемы, тебе известно, что я тебя сделаю. Удиви меня, если получится. Наблюдая за тобой во время моих испытаний, я выучил все твои приемы. Может, еще получишься? Используй мои приемы. Самое то для вечеринок. Ты все еще сдерживаешься. Я не пытаюсь убить тебя. А я-то думал, ты учишься. Фотогенный энергетический меч? Хватит пытаться убить меня, дай посмотреть. Эй, нечестно! Время для новой попытки. Учеба закончилась, бригадир. Почему ты меня преследуешь? Одна организация наняла меня выяснить, достоин ли ты вербовки. Лучше стать личным массажистом Джеймсона, чем работать на твоих нанимателей. Тебе же хуже. Они платят шестизначную зарплату, хотя некоторые люди заслуживают нищеты. Шестизначную? Не,